Empire пишется. Оказывается, пишется. Так. Автор девочки чутка. Ну, я могу себя набафать. Так. This guy is toast. Что за дела? Что там? Что за рад это? Шалом, рад тебя видеть. Шалом. Так, надо сразу глицинчик купить. Где мой глицин? Если что, это не труселя, это шорты. Это шорты. Не пугайтесь. Это шорты. Это шорты. Все как полагается. Это шорты. 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 Отличные шортики. Все под контролем. Не пугайтесь. Я что, какой-то безумный стример, что ли, чтобы... В труселях щеголять. На камеру. К тому же, как известно, в этом, как известно, у мужчин максимально асексуальное тело. Чё толку показывать его в труселях? Как погода в Питере? Отвратительная, плюс 30. Ненавижу её. Просто отвратительная. Пап-пап. Пам. Нормально долбит? Вампира потише сделаем или как? Обычно на самом деле я где-то на 50% громкости играю. Капитан, ты 10 минут у меня забрал. Ничего, я закончу на 10 минут попозже. Никаких проблем. Никаких проблем. Итак, дорогие дамы и господа, сегодня у нас с подачи Максона 1337 Вампир. Вампир. Всем привет, я думаю, что супер затегирование не будем делать. Я считаю, что пора. Какой курсор. Так, новая игра, сохранение у меня новое будет, да. Сложность игры. В этой игре сложность зависит от ваших действий. Чем больше людей вы убиваете, тем легче пройти игру. Чем больше людей вы убиваете, тем легче пройти игру. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire эпидемия убивает, люди верят во всякой срань. When there was no reason to be found, when religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness? But lurking sun. What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Господи боже мой, чё ж ты нагоняешь-то так, автор? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. Chill stream с позитивити, ребят. A true punishment would be to never know its sweet. Ага. Да-да. And being born once more.
Собственно, вот он я. Приветики. Где мои клыки? Да, Саня, ты в порядке. Нормально, это тебя покусали, типа ты трал? Нет, непонятно. Не, у него нет укусов. Он вроде даже не трал. Кажется, это Саня. Да, пора рулить за Санька. Да. Ядрить Саньку плохо. Я чувствую кровь, да? Так, во-первых... Ладно, не будем сразу начинать всякую... Так, я чувствую кровь. Лись? Лись? Нет, не хочет лись. Нам надо же кровушки попить, мы же вампир! Вебка выезжает за ход слева. Блин, да как так-то? Ладно, чуть-чуть попозже исправлю. Сейчас, подожди. О, я вижу. Иди сюда, кусь. Так, ничего, ее кусить? Мне же надо не убивать никого. Не хочу убивать. F. Давай побазарим. О, черт, это она меня узнает. А я вижу в ней только еду. Вот это крепота. Минус один, ребят. Высосать кровь у своей сестры — это инцест? Блин, я уже все испортил, да? Игра только началась, и ты руинишь. Мне кажется, что это катсценная руина. Мне кажется, сестра не считается. Она нужна для этого. Дратуйте. Да, сейчас. Так, shift есть? Куда бежать-то? Так, ладно, бежим сюда. Топим куда-то. Просто топим, как сучечки. Куда бежать-то? Тут сюда? Нет. Не-не-не. Суки! Прыгаем куда-нибудь туда. Беги! Так. Стоп! Перепрыгивай! Так, чувак, а что у тебя? А, мочите. Все, вижу. Да ладно, нормально. Будем его убивать.
Будем убивать? Может, не надо их убивать? Блин, чувствительность мыши ужасна. На тебе! Мне кажется, что мобы не считаются. А, мобы не считаются, понятно. Этих можно валить как сколько хочу. Так, а как после выбора цели? Выбор цели у нас на... На какую кнопку там они сказали выбор цели? Я не смотрел. Пацаны. Ну что, ты живой? Слушай, хожу просто на прямых ногах. И все вроде нормально. Так, Балинский. Во-первых, чувствительность мыши больше. Сейчас. Видео, игровой процесс, чувствительность мыши, это полный обосрамс. Так, управление, врезка клавиш. Выбрать цель на Ctrl. Вот же шок. Ядрёна бомба, что с твоей привязкой, что с твоей чувствительностью? Это полный обосрамс. Ладно, тут должно быть нормально. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. На солнце я горю. Окей. Ну, нормально. Повышенный урон. Определенный момент, в том числе выносит повышенный урон. Снижающий максимальное здоровье, окей. I need to find somewhere to hide. Let me go! Ух, ни хрена. А пробел это додж, да? Ага, понятно. I need to find shelter. It's locked, all right. It's locked, all right. Как бы меня троллит. Is anybody there? What is this place? Так, ну я суперсильный, я вампир. Всем привет, дорогие друзья. Place seems abandoned. I should be safe enough here. Все, мой home sweet home. Так, могу что-то уже почитать. Короче, если можем добазариться, не убиваем. На охотника всех... Всех убиваем. Интересно, а можно было не съесть Мэри? Мэри! Кстати, какой-нибудь секретный этот. Whoever did this to us, I will find them. В смысле, так он в зеркале? Пойдем в ванну. Пойдем в ванну, я найду зеркало, покажу тебе. Шиллинги. О. Новый огонь и солнце, новый коллекционный предмет. Саутварк. Чё это? Как это... А, это надо на АД, точно, это же консольное управление. Персонаж. Уровень первый, уровень силы и гипноза. Ничего себе, я какой уровень силы и гипноза. Нет заданий, меню горожан. Это я типа могу... Угу. О, у меня еще тут расследование. Блин, круто, я уже хочу. Окей. О, можно подъесть. Ам-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням. Я передумал. Давай не будем. Мне кажется, лучше салатом до конца жизни питаться. Да боже ж ты мой, лучше деревянную ножку стула посасывать до смерти. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. Beautiful. We fancy it and share the takings.
I suppose we are undertakers. Now, give me an eve. Undertakers. Ага, понятно. That's impossible. То он вспомнил, это он взял часы и вспомнил по ним, что как все произошло. Гробовщики нашли его мертвым. Гробовщики нашли его мертвым и бутылка алкоголя. А как вампиры кушают алкоголь нормально? Он кровь, а он кровь портит. Будь здоров, причем. Так, вроде тут ничего особенного нет. Так, зеркала нигде, как назло, нет. О, здорово! Кто виноват во всех бедах? Смотри. Ну, подожди, там есть какой-то шрам. Очами белее костей. Привет, денежный вампир. Здорово, Альбатрос. Who's there? Are you referring to me? Он был детективом, судя по всему. No. No. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Окей. Шиллинги. Короче. О, хотя бы тут подъедим. О, ну тут хотя бы можно подъесть немножко. Пистолеро. Удобно. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now there's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Но у него какой-то внешний вид, как будто он уже на тяжелых медикаментах. Одна пуля. No, it never got easy. Ну, это его братузио. Старый револьвер, информация. Урон 45, магазин 6, оглушение 10. Ага, хорошо. А, я так и не понимаю, кем мы работали до этого пока что. Окровавленный дневник. 15 октября я почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Бекки... Может пойти туда, но он хотел найти там работу. Бекки нужны лекарства. 16. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Протесты принимают меры предосторожности. В городе новая эпидемия? Грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. Через 3 дня. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пембрскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. Тогда же. Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мясо. Где найти мясо? Завтра я... Ой, там еще вниз можно. Стоп. Так а как вниз-то? Где мышка-то? Собака. А, вот она, мышка. Ну, понятно, это дневник этого чувака. Судя по всему, я был что-то вроде доктора. Вот этот чувак, это просто чувак, которого я просто влез в их хату. Вот, они вот тут история его смерти. Смерти жены. Так.
Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. Через 2 дня люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там точно несколько лодок, с которых днем я ночью сбрасываю трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказался. Лучше умру, сказала она, со смешкой. За что она меня так мучает? Ну что ж, умрет. 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него собственную жену. 23. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила помощи, умоляла ее впустить. Но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, что все поскорее закончилось. 24. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака. И молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, не смог тебя спасти, скоро мы будем вместе. Понятно. Он... Женщина стала вампиром, но он не выдержал, судокнулся. Дело раскрыто. На прямых ногах шел до этого. Побрасывайся на часы. Принято, ладья. Здорово. It's a mime. That's it. Хотя бы трупы убрал бы. У них какая-то эпидемия, но для которой все-таки люди больше дохнут, чем вампиров превращаются. Если бы они просто вампиров... Так, дружище. Rational thinking only. Выстрелить. Спасибо большое, Максимка, за альтернативу. Было очень приятно поиграть. До свидания. Следующая трансляция у нас в воскресенье, потому что завтра и послезавтра у меня выходные. Опять на бэдэнд. Ладно, я сомневаюсь, что это конец, ребята. Почему-то. Что-то мне подсказывает. Поздравляю, теперь тебе снова дофига пить кровище. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blinding sunlight into a glowing flesh. Активные навыки. Развитие. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшать вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Аутофагия. Выберите доступный... Аутофагия, исцеление. 200 исцеления. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. А я не могу другое? Нет, не могу. Так. Самоедство, по сути. Вампир применяет силу своей крови, чтобы восполнить обычный повышенный урон, а также ускорить восстановление мышц, нервов и костей. Со временем этот вампирский навык становится настолько сильным, что обескураживает даже бывалых охотников на вампиров. Вампиры отнюдь не бессмертны, они быстро регенерируют. Но стоит лишить этой способности, как и перестать быть непобедимыми. Хорошо. Тут еще типа разные руты, что ли? Господи, ладно. Ага, понятно. Все, можно сюда, здесь 1300 опыта, но у меня 1100. Увы и ах, мне не хватит столько. Да, столько не хватит. А у вас достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать наступательный навык. Выберите один из них. Кровавое копье. Дистанция, короткое когти или теневой туман.
Вы размещаете тень в облако своих ног и ног цели, через который промежуток времени в облако взрывается, нанося большой урон. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь врагов перед вами. Блин, мне надо кровь на это тратить. Это ж полная фигня. Лучше когти, конечно. А ты пацифистом или злодеем будешь? Скорее всего, буду гибрид такой. Типа важных чуваков. Кого могу не убивать, не убиваю. Но, в общем и целом, хлебальники-то по... то посношу. Вот мне кажется, что отлично. Отличная била когти. Стоимость 20. Стоимость 25. Вроде нормальная. Так, 135 единиц опыта, больше ничего. Теперь нажмите отдохнуть, чтобы сохранить изменения. Где отдохнуть-то? Где отдохнуть-то? Отдохнуть. Где кнопка отдохнуть? А, надо зажать вот так вот. Щеет. Кровь на любую обилку тратится, понятно. Так, все. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me. What I am. I must find him to understand what I have become. Подкушать. Окей. Вечная жажда. Добраться до северного берега. Так, хорошо, здесь есть быстрое сохранение. Я... Так, надо валить отсюда. People want me dead. I need to leave now. Ладно, валим. Тазы валят. Here's the leech. Here. Так. Вот так вот можно было. Личвич. My head's spinning. Так, чу-чу-чу-чу. Come over, coward. Так. It's locked. It's locked. Так, мне нужен ключ, наверное, какой-нибудь. Тут тоже закрыто. Красненький подсвечивается, что закрыто. Что-нибудь могу лутнуть-то? Где лутецкий-то? О. О! Оружие для левой руки, старый кол. Так, основное оружие для левой руки. Чтобы носить удар оружием для левой руки, нажимайте по КМ. Это оружие обладает особыми эффектами и расходует выносливость. Ну-ка, давай, иди сюда. Ага, вот так вот могу. То есть я буду с другими вампирами драться. I'm still in Southwark. I must... Окей, Southwark. Нажмите, чтобы оглушить кол, и кол оглушенного врага можно укусить. Так. Укус. Нажмите, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получаете кровь для применения навыков и восстановления здоровья. О, нормас. Так, у меня есть два. Так, я надеюсь, это был непись? Его можно было не убивать? Решеточки. Ничего особенного. Ладно, особо манчкинствовать не будем, просто пойдем. Так, давайте прямо его, прямо среди бела дня сжрать. Ай, ты хорошо. That shouldn't be possible. На тебе. На тебе. Learning the limits of my body. Нормас? Так. Так, иди сюда, я тебя же застану. На тебе! О, этот пожирнее был. О, обобрать. Свинцовая пластина. О, их можно лутать. Отлично. О, можно прыгнуть. Явно что-то хорошее здесь есть. Эй, ну что за дела? Отсюда только сюда можно прыгнуть? Тут это вся любовь?
Нафига на этот корабль-то заползать, если... Нафига на этот корабль-то заползать, если здесь... У моба есть белая полоса под хп, это не станет 0, можно кусть, классно. Что он не похож на бога качалки. Он такой, знаешь, сухокач. Сухокач. Как бы как Брюс Ли, мелкий, но очень сильный. Бог сухой качалки. Это, конечно, не true. Ладно, тут все очень линейно, не буду забегать во всякие места. Так, порт мост в Саут Парк. Так, что тут у нас? О, можно поглядеть. Вступай в армию. Ага, хорошо. Даже здесь меня хотят завербовать. Ты нужен королю и стране. Вступай, помоги. Вступай, помоги. If only I had controlled my need for blood. Чувак. Mary, someone will pay for what happened to you. О, можно кусить это сделать. Ой, могу крыску кусить. Хорош. О, нормас, я могу кушать этих. Я же еще не запорол, ребята, или уже запорол, или мне надо нежнее проходить. Так. Ты в Blood Rain играл? Неа. Так, здесь у нас дверь закрыта. Так, погнали, значит, сюда. Что тут у нас? Телепортато. Так, тут бомжи спали. 5 шиллингов прямо на матрасе. Блин, ребята, если вы такие крутые, что разбрасываете шиллингами просто так, то хер ли вы спите на матрасе? Кстати, а вот эти двери, так ощущение, что я их могу ломать. Нет, не могу. Так, это сундучело? Не сундучело. О, можно опять крыску соснуть. Да, дружище. What will London have to say to me? Die, you filth. Кровоточит и грязь, он тебе скажет. I've so many questions unanswered. Не переживай, братан, скоро мы все узнаем. Скоро мы узнаем. Явно... О, еще шиллинг. Просто 10 шиллингов на бочке. Судя по всему, люди отказываются уже от денег. Streets of London become a mausoleum. Может, он живой, откуда ты знаешь? Может, его просто покусить и сделали ему. Бедняга. Man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Ага. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Угу. Вампирское чутье. О, это знаменитый ПКМ вечера. Сейчас, подожди, сначала я хочу вон туда пойти. Там говорит бочка. Явно сюда не надо бежать. А нет, надо. Алюминиевый осколок и масло. Приятно. Вампирское чутье. Fresh blood. Blood. The smell is so strong. Я вижу, куда он пошел. Я вижу, там что-то краснеет. Ляп. Where has everyone gone? Идите по следу, чтобы найти убийцу. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. В районе появилось новое убежище. Чтобы найти его, нажмите карту. О, это убежище. Вы нашли новое убежище, здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы за рабочим столом. О, прикольно. Не, я пока не хочу. У меня, конечно, 500 опыта, но я пока не хочу. Мне надо больше опыта. А я за... Он видит, что сердце не бьется. В смысле, откуда он знает, что он мертв? А что мне не показал? Так, ладно. Она М у нас карта? Да. Очень удобно. Слышь, во-первых,
Куситас. I have this thirst for blood. Кушай, крыс. 10 крыс, и ты красавчик. Нужны какие-нибудь кровяные. А у нас есть какие-нибудь кровяные слизни? Неизвестно, качество крови спрятать. Он прямо сюда зашел? Серьезно, ты... Здорово. Ну, вы меня не боитесь? Я пришел в крови. Окей. Поможете с поисками? Долгая ночь? Почему? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Что за убийство? Tell me more about these murders. Так, every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Подозреваемые. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Охренеть. Окей. Что это за место? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Окей, вы не боитесь? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets, and I never go outside. So you're open all night? Yep. Uh-huh. Figured people might need a place to rest in these dark times. Окей, понятно, ну нормальные. Давайте по квесту сразу. I'm looking for someone who might. Сразу, все прочитал, а теперь по квесту. Сразу. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Можно с ним поговорить? I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Ага, я весь в крови. Конечно, никаких проблем, братан. Никаких проблем. It's a good thing you can't see me now, Mom. А с тобой поговорить можно? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Так, ну здесь не очень интересно. I'll leave you to your bottle then. I'll leave you to your bottle then. Ничего интересного не говорят, совсем неважные неписи. Ну что, пойдемте с этим чуваком поговорим. А вампирский след мне показывает, что это он. Да. Стражи Привена. Это мой предок, я уверен. Может быть. Сейчас тебя с... Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Would anyone? Хренячая тема. Well, that's something I can do for you. А где та, с кем он говорил? Та, с кем он говорил? Ну? Well. And who? Так, доктор Эдгар Суонси. 6 социальные слои. Здоровый горожанин. Подсказка заблокирована. Ага, это прям как это. Столб.
ничем не болеет. Надо следить еще за их здоровьем. Качество крови. Я могу еще их периодически посасывать? Господи, боже мой. Это просто ад какой-то.